Сообщение о ложном минировании поступило на электронные почты дошкольных учреждений сегодня утром после окончания приемки детей в группы. Все воспитанники и сотрудники детских садов были в экстренном порядке эвакуированы в безопасные зоны. Местные полицейские с привлечением кинологической службы оперативно проверили все ложно заминированные здания. Подозрительные предметы не обнаружены. После проверки все дошкольные учреждения возобновили свою работу в обычном режиме.